Всем здравствуйте! Сегодня у нас 9 мая и мне хочется воспользоваться моментом и поздравить, конечно же, всех наших уважаемых зрителей с замечательным праздником, Днем Победы и пожелать, конечно же, всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Наверное, это самое важное в настоящее время. Ну а сегодня... За окном у нас то дождь, то снег, метели, холодный ветер. И, конечно же, мы все, как и большинство регионов нашей страны, под воздействием таких возвратных заморозков, благо, конечно, сугробов у нас нет, но погода действительно очень холодная, никаких работ на земле, в частности, я имею в виду, вне теплицы мы не производим, мы заботимся сейчас о рассаде, которой действительно очень-очень много, ничего не получается высадить, но это и понятно. Все же, с другой стороны, мы знаем, что в мае месяц это непредсказуемая погода, и часто в нашем регионе возвратные заморозки, может быть, и хорошо, что они в начале месяца, будем надеяться, что в конце месяца они нас уже не победят, Беспокоит, но все же ориентируемся на то, что лишь к концу месяца мы можем что-то высадить. Но вот именно сегодня мне хотелось бы произвести небольшой обзор, рассказать и показать вам, что происходит у меня здесь в теплице, как чувствуют себя рассады. И, наверное, давайте постепенно мы с вами... Будем двигаться, и я параллельно буду делать некие комментарии. Начнем мы, наверное, вот первое, что бросается в глаза, это диасеп, новое растение. Об этом я говорила, что в планах у меня было попробовать вырастить его. И вот вы можете видеть, что уже несколько растений у меня распекировано в отдельные горшочки, в подвесное кашпо, поскольку хочу попробовать ее в роли ампельного растения подвесить рядом с пеларгонией. Посмотрим, как она будет, конечно, цвести и чувствовать себя в таких условиях, но, по крайней мере, пока мне очень-очень нравится, и я надеюсь, что все у нас пойдет неплохо. В этом уголке, как раз э, ближе к вам, именно тем многолеточки, которых я заявляла, здесь и ратибида, здесь и арктотис, вот такие неплохие уже розеточки, листочков он имеет здесь, и гелиопсис, вот так может быть, не очень, конечно, сейчас эстетично выглядит, подвытягивается, обрезала, но, тем не менее, пока зеленая листва, все по Потихонечку развивается здесь и лихнис, который в настоящий момент выглядит вот таким вот образом. Конечно, на, на мой взгляд, было бы неплохо уже высадить его на постоянное место, но, увы, ах, ничего. Мы с вами не отчаиваемся, продолжаем уход. По, опять же, смотрим по своим растениям, может быть, где-то и подкормочки будут необходимы. Пока еще не производила никаких подкормок. Далее двигаемся мы с вами, это вербена. Вот так она у меня сейчас выглядит. Не так давно я немножечко ее прищипнула, подстригала, поскольку уже очень активно начинает она уже закладывать бутоны. Думаю, что все равно не удастся мне избежать, и зацветет она в рассаде. Но ничего страшного. Опять же, как я и сказала, если наши растения очень активно растут и развиваются, он все же, наверное, сказалось, погода апрельская, было по-настоящему по-летнему жарко и растения очень, как мне показалось, быстро нарастили зеленую массу, понятно, что корневая система, может быть, уже испытывает нехватку питания, и нам тогда растения наши нужно поддерживать. Ну, конечно же, как без черного дракона, все прекрасно наши постоянные зрители знают, есть у нас на канале видео выращивания колиуса, но без него тоже не представляю мою настоящую клубу, поэтому хотя бы немного выращиваю его ежегодно. Далее это кермек татарский. Вот так он сейчас у меня выглядит. Пикировка была 19 марта. Вот, 19 марта. И с того момента вот такие тоже, на мой взгляд, неплохие розеточки он нарастил. И потихонечку, потихонечку накапливает силы и готовиться к высадке в открытый грунт. Торопиться не будем, время есть, это все же многолеточка. Я думаю, что уж не в первую очередь буду его высаживать на наши клумбы. Далее здесь крыло тычинник, вот такие аккуратненькие, маленькие кустики, которые сейчас тоже формирую, немножечко тоже прищипывала, поскольку все же характер роста этого растения такой в один стебелек. Думаю, что прищипка была не лишнее. Вот некоторые растения очень даже неплохо сейчас выглядят. Растут медленно, ничего. Здесь рядышком это гвоздика шабо, которая, конечно, тоже мной уже нещадно была Порезана, если позволите мне это слово, прищипывала я ее, поскольку тоже очень сильно вытягиваются по бегу. Думаю, что в ближайшее время уже не выдержу, несколько растений пересажу в больший объем, то есть в такое общее кашпо, но у меня в задумке высадить ее просто в открытый грунт на грядку, на клумбу, посмотреть, как она будет расти и развиваться, но все же думаю, что большее количество пересажу уже. Жалко мне на нее смотреть, поскольку такие неплохие побеги, думаю, что если дать ей больше объем, больше питания, она в ближайшее время уже выпустит бутоны. Но цветение здесь у меня, как вы видите, тоже происходит. Это катарантус, новый сорт катарантуса Heatwave Peach. Вот такие нежные ромашечки с такой более насыщенной яркой сердцевинкой. Это новый сорт для меня в этом году. И вот так уже неплохо он чувствует себя в настоящий момент. Опять же, думаю, что не буду задерживать. Конечно, места в теплице катастрофически не хватает уже для большего объема. Также вот для тех, кто у нас подписан на телеграм-канал, вчера выставляла небольшой пост о том, что сейчас в теплице пришлось потесниться. Много всего. Здесь и клубни, здесь и луковицы, здесь и маточники, и через пеларгонии вот рассада к сожалению да теплица все же тоже не безгранична, очень пришлось нам компактненько все разместить но пока все же Места хватает, и при условии того, что буквально вчера у меня был последний посев, это острые астры и бархатцы, которые, да, несмотря на многие комментарии, многие пишут и говорят, что зачем вы заморачиваетесь, выращивая их через рассаду, но все же, исходя из своих условий, возможностей, мне удобнее так высадить вот в такие емкости, конечно, без пикировки, в последующей сразу за этих емкостей я растения переношу на постоянное место, выбираю наиболее сильные, мощные и переношу уже в свои клумбы. Но опять же, мы исходим из своих условий и возможностей. Переходим, вновь возвращаемся на этот стеллаж. Здесь у нас экзакум. Вот так он выглядит у меня в настоящий момент. Здесь, опять же, подчеркну, два сорта. Это Ромео и Джульетта. Посеяны они были 19 февраля, а распекировал я их 19 марта. Вот у меня даже здесь подсказочки да, на стаканчиках. Вот так эти кустики, точнее, эти растения уже формируют неплохие кустики и думаю, что в ближайшее время их можно уже и даже нужно будет переносить уже в вазоны, готовить их к выставлению уже под открытое небо, когда позволит, разумеется, погода. Далее, петуния, но ну, она у меня, не ожидала я, если честно сказать, что так быстро она у меня зацветет. Тоже новые сорта для меня, такие достаточно компактные. Это Mamba GP Silver Blue, вот такой интересный окрас, но ну, достаточно такой э, привычный, знакомый. Опять же, кто выращивает большое количество петуни, я думаю, что удивить кого-то сложно, но тем не менее мне понравились эти два сочетания. Скажем да, так, более холодные и теплые цвета. Это также серия Мамба. Так, давайте, чтобы вас не обмануть, я все-таки посмотрю. Мамба-GP-Orchid. Вейнет, если правильно произношу, прошу прощения, может быть, я ошибаюсь. Но вот такие яркие, на мой взгляд, очень эффектные соцветия. Но дело в том, что сеяла я петуню 3 марта, а пикировала 26. -го. И если честно сказать, я очень надеялась на то, что она как раз будет, ну если позволить, опять же, готова к моменту высадки где-то к концу мая. Но вот даже такая поздняя посадка, посев петунии, не спасла меня от того, что петуния будет уже, конечно, перерастать, да, уж простите, опять же, за такое слово, портится в рассадный период. Понятно, что уже необходимы подкормки, корневая достаточно мощная, а высадить ее на клумбу я пока не имею возможности. Ну, ничего, в любом случае, Будем исходить из того, что есть. У природы нет плохой погоды, будем подстраиваться. Хотя рядышком здесь простенькая петунья, которую я бесщадно также режу. Это простая смесь петуни микс, которую тоже обязательно высаживаю, прикрываю скажем так, пяточки лилии. Вот лилии, которые у меня также на участке есть и видео, и фотографии мы выкладывали. После цветения к сожалению, она теряет свою декоративность. И вот эти палочки, которые также мы не имеем возможности убрать, поскольку отток да, питательных веществ идет к луковице. Да? И вот как раз такая петунья простая, обильно цветущая, прекрасно справляется с декорированием таких уже не очень красивых стволов лилий. Ну и в любом другом месте вы ее можете высадить и прикрыть эти тем самым не очень может быть приглядное растение, либо какое-то строение, поскольку высота кустиков достаточно такая весомая, 45-50 сантиметров, и занимает оно хорошую площадь. Далее, эустома, могу показать своих крохотулечек. Опять же, подчеркну, высаживаю, сею я ее, и в данном случае в этом году, 19 февраля. Она пока еще маленькая, но, по правде сказать, никуда не тороплюсь и не переживаю, когда именно она зацветет, даже если это будет в июле, а чаще всего а, именно любоваться цветением и устома мы привыкли в июле. Но опять же, кто высаживает ее гораздо раньше, то уже в начале лета, у многих, может быть, уже сейчас она готовится к цветению, начинает свое цветение. Но у меня она пока, вот видите, в таком маленьком крошечном состоянии, но ничего. Единственное, что, конечно, обязательно ну, уход, полив, и думаю, что в ближайшее время обязательно подкормлю ее кальцием, поскольку этот элемент необходим ей для хорошего роста, развития, если... Опять же, пишут мне вопросы, ставят по поводу того, что останавливается в росте эустома, не, скажем так, не туда и не сюда, как будто замирает. Здесь, конечно, наверное, самые две простые рекомендации, это либо пересадить, перевалить ее в э, другой грунт, да, либо все же подкормочки необходимы, преимущественно подумайте о кальции. Если его недостаточно, то и устома не очень хорошо развивается. Так, на дальнем плане у меня лабелия, здесь тоже бесщадно я ее режу и думаю, что еще буду, конечно, подрезать, поскольку очень активно она наращивает зеленые побеги, которые в итоге переплетаются и, скажем так, такой формируют непроходимый лес, это очень плохо и когда при поливах неудобно, и вот именно хуже циркуляция воздуха, это риск всевозможных грибковых заболеваний. Поэтому не боимся, если у вас также пока нет возможности высадить лабелию куда-то в кашпо, в озоны, короче говоря, в открытый грунт, куда вы ее планируете. Лучше ее почаще подрезать, тем самым, конечно, кустик формируется более плотный, более плотный. И когда уже мы все же высадим ее, это будет настоящий взрыв цветений. И я думаю, что хуже этим самым именно постоянным таком, таким подрезанием лабелию мы не делаем так далее что у меня здесь хочется мне показать вам рассаду колокольчика в этом году я решила посадить не только колокольчик карпатский который тоже очень уважаю люблю очень хорошее яркое у него цветение но и другой вид колокольчиков это горганский колокольчик увидела в прошлом сезоне интересное видео почитала и решила обязательно попробовать вырастить его из семян ну что называется решила и сделала также через стратификацию сеяла семена взошел неплохо хотя э, пришлось мне наверное немножечко подольше подождать ожидала более ранних сходов но тем не менее все же уже в 13 апреля я распекировала подросшие сеянцы в отдельные стаканчики вот сейчас это все же многолетка поэтому развивается не очень быстро но развивается и думаю что может быть даже в начале июня высажу его на постоянное место вдоль дорожки планирую опять же посмотрим может планы поменяются но тем не менее хочется видеть яркое такое насыщенное э, цветение колокольчика все же очаровательные растения без них ну никак так далее у меня здесь еще тоже дремучий лес здесь у меня и настурция даже не распекированная планировала я ее перенести сразу в открытый грунт и что называется уж простите опять же за мой э, диалект не заморачиваться а сразу перенести ее на грядку не знаю посмотрим что будет у нас с погодой дальше но Правда, уже начинает она даже вот и боковые побеги наращивать. И понятно, что может быть, конечно, не совсем правильно. Но, тем не менее, и места уже не хватает, и времени катастрофически тоже. Далее здесь шток -роза. В этом году вновь решила вырастить ее через рассаду на нашем канале. Также, кому интересно, есть видео о выращивании шток -розы, э, из семян. И в этом году два сорта мне понравились. Это обычная белая и если я не ошибаюсь бордовый темно-бордовый да совершенно верно сорт так он и называется по цвету именно по окрасу лепестков соцветий вот так сейчас она выглядит в настоящий момент выращиваю через рассаду для того чтобы надеюсь по крайней мере получится моя задумка в этом уже году любоваться цветением этого замечательного высокорослого и по большому счету обильно цветущего растения Далее здесь остеоспермум, тоже очень яркое, интересное растение. Новый сорт для меня в этом сезоне небо и лед. Достаточно распространенный. Я думаю, многие уже его выращивали. И могу сказать, что в отличие от смеси, которую я выращивала несколько лет назад, и видео у нас на канале подробное есть, вот именно данный сорт, характер роста этого растения, именно такое, о чем мне писали и задавали много, множество вопросов про прищипку. Действительно, он преимущественно растет в один стебель, поэтому я не боюсь, уже видно, да, также, что я его э, прищипывала, вот он пенечки, и он начинает раздваиваться и куститься, поэтому не боимся обязательно, вооружившись острым чистым предметом, да, любым ножницами, секатором, все, что, что называется, находится под рукой, мы его обязательно прищипываем, иначе это будет такой длинный побег, он будет наклоняться, ну и, соответственно, никакой эстетики у этого растения не будет. А нам нужны компактные, обильно облиственные и обильно цветущие конечно же, растения. На дальнем плане сальвы. Здесь у меня, что называется, ассорти. Выращиваю преимущественно профессиональные сорта. Здесь красной такой классической сальвой вы не увидите. Здесь и салмон это такие интересные, бежево-оранжевые соцветия, и лавандовые соцветия, так, если не ошибаюсь, это у нас, да, Reddy Purple, пурпурные цвет, и сюрприз это э, белые соцветия с красными вкраплениями, ну, то есть тут всего понемножку, но вот такую яркую клумбочку, яркий акцент хочется мне создать э, на своей клумбе. Ну, давайте мы буквально совсем немножечко я продемонстрирую, что у меня на этом стеллаже. Здесь все достаточно просто. Здесь львиный зев. Его достаточно много в этом году. Также очень уважаю это растение. Очень яркое, красочное. Несколько сортов решила для себя тоже вырастить. Тут и из своих семян, и из приобретенных в магазине. Посмотрим. Обязательно постараюсь поделиться результатами. Здесь и цинерария. Профессиональная серия. Не знаю, посмотрим, что в итоге получится. Но вот Высаженные, посеянные растения 2 апреля, распикированные в конце месяца в 20 числах. Вот так, по крайней мере, пока она себя чувствует. Флокс Друманда, без него тоже никак. Однолетние флоксы, красотка в белом, несколько растений буквально тоже для края грядки. Об этом тоже выпускала в прошлом сезоне видео про выращивание этого замечательного растения. Тоже такой очень яркий акцент, несмотря на то, что цвет лепестков белый, но замечательное, обильно цветущее растение, настоящее облако из цветов. И, конечно, мы с вами любуемся многолетними флоксами у себя на клумбе, но вот однолетний тоже вносит определенную лепту, и без них тоже не представляю уже своих ярких клумб. Ну, конечно, статица, несколько сортов гелихризум зимний букет без что называется зимних букетов тоже сложно поэтому хотя бы немножко стараюсь вырастить для себя портулак два вида вот так в отдельных стаканчиках горшочках он у меня сейчас находится и конечно же как только позволит погода планирую высадить его на передний план Клумбы и любоваться его замечательными крупными цветочками. Аквилегия тоже э, решила в этом году вновь повторить и высадить новый сорт. Посмотрим: опять же, здесь смесь заявлена. По внешнему виду, пока, конечно, сложно определить, какого цвета будут бутоны. Посмотрим, когда, опять же, позволит погоду, высажу обязательно в более тенистое место. У меня такое освободилось, куда можно поместить аквилегию и, скажем так, ее пустить на вольные хлеба. Пусть она там растет и радует своим цветением вот таким образом сейчас и так чувствует себя рассада цветов которую я выращиваю в настоящее время но опять же как я и сказала посеяны буквально вчера закончила я посев еще астры бархатцы цини немного однолетних георгинов. Так что вместо, конечно, в теплице понадобится еще и еще больше. Но надеюсь, что мы справимся, выдержим. И погода нам в ближайшее время позволит уже хотя бы начать процесс высадки растений на постоянное место. Но на этом сегодня все. Желаю вам терпение поскольку конечно порой нам цветоводам приходится нелегко особенно эти весенние сюрпризы погоды но мы все выдержим и совсем справимся еще раз с праздником желаю вам красивых цветов и до скорых встреч